Здравствуйте, в эфире ДПС на УТС. В студии работает Анастасия Бойко. Два человека погибли в страшной аварии в пригороде Новосибирска. Хёндай на высокой скорости врезался в столб. Иномарка в итоге полностью деформирована. Смертельные травмы получили два пассажира, которые сидели на заднем кресле. Именно на них пришелся основной удар. Трагедия случилась в 9 часу утра, недалеко от Толмачевского совхоза. 32-летний владелец машины не справился с управлением. Седан вылетел с трассы на обочину и протаранил опору линии электропередач. Смерть двух человек наступила до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Водитель и пассажир, который находился в передней части салона, переданы медикам с тяжелыми травмами. Возможно, от гибели их спасли раскрытые аэрбэги. Около 8:30 в Новосибирском районе на автодороге Р-254 Иртыш, далеко от остановки совхоз Толмачевский, водитель автомобиля Hyundai Solaris, следовавший со стороны города Новосибирска в направлении города Оби, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на опору линии электропередач. В результате происшествия на месте погибли двое пассажиров иномарки, находившихся на заднем сидении автомобиля. Их личность и возраст устанавливаются. В больницу с различными травмами были доставлены 32-летний водитель и 27-летний пассажир. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники государственной инспекции и следствия устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Еще один человек погиб в аварии на съезде с Димитровского моста. Там легковушка врезалась в припаркованный грузовик. Удар был настолько мощным, что от кузова Сибмола ничего не осталось. Водитель МАНа припарковал технику на проезде энергетиков в крайнем правом ряду и включил аварийные сигналы. Мужчина на Рено, вероятно, не сразу заметил многотонник, поэтому вовремя не остановился. Иномарка буквально влетела под грузовик. Декабря в 22 часа 30 минут неустановленный водитель, управляя автомобилем Renault Symbol, двигался по улице проезд энергетиков со стороны улицы Моторная в сторону улицы Большая. И в пути следования напротив дома 8 по улице проезд энергетиков совершил столкновение со стоящим на обочине автомобилем МАН с полуприцепом. В результате дорожно-транспортного происшествия неустановленный водитель на вид 45 лет скончался от полученных травм на месте. Автомобилиста зажало в салоне. Его доставали спасатели при помощи спецоборудования. Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего и выясняют детали этой аварии. Встретил 15-летие в Первомайском отделе полиции. Вероятно, и следующий юбилей будет отмечать за решеткой. Четыре подростка жутко избили женщину, украли ее машину и пытались вывести беспомощную даму в неизвестном направлении. К счастью, банду быстро нашли инспекторы ДПС. Компания юных отморозков под стражей. Женщина-таксистка двигалась на «Хонде». Внезапно машина застряла. Компания проходящих мимо товарищей вытолкала автомобиль, а затем в качестве благодарности потребовала покатать их по городу. Таксистка наотрез отказалась, закрыла дверь и поехала в ближайший магазин. Подростки выследили даму, осмотрели иномарку и начали угрожать женщине. Требовали отдать ключи. Затем нанесли множественные травмы. Экспертиза показала, пострадавшую ударили и пнули не менее 20 раз. Били по лицу, голове, ногам, затем все-таки забрали ключи. За руль «Фита» сел 15-летний подросток, но не смог самостоятельно выехать со стоянки. Опыта не хватило. Тогда банда решила взять владелицу автомобиля с собой. Женщину насильно усадили в салон. За происходящим в это время следила продавщица из мини-маркета. Она-то и вызвала ГБР. Охранники из компании «Дельта» приехали, оставили свою машину рядом с «Хондой», в которую успели сесть пьяные хулиганы и пострадавшая женщина. Затем постучали в окно магазина, а пока осматривались, «Фит» выехал с парковки и скрылся. Только потом ориентировку на авто додумались передать инспекторам. Экипаж ДПС вычислил иномарку на улице Твардовского. Подростки решили скрыться, но не справились с управлением. Машина въехала в сугроб и остановилась. Ребята попытались убежать, но один из них был настолько пьян, что не смог выйти из салона, только мычал и ругался матом. Миланович, просыпайся, все, выходи из машины, на улице холодно. Холодно, морозит, морозит, так надо просыпаться уже, все, выходить. Давай, власть. Ну дверь-то открывай, да выходи, что ты. Давай. Парней задержали, доставили в отдел полиции, туда же вызвали скорую для пострадавшей Ирины. У меня было совершено нападение. Магазина. То есть вы подъехали туда, чтобы совершить покупку какую-то, да, правильно? Да. В этот момент на вас напали четверо человек, сильно избили, правильно? Я не могу знать, четверо или больше, но избили изрядно. Посадили вас в машину? Да. И поехали в неизвестном направлении, да, правильно? Да. Что при этом они говорили?
Они между собой в основном общались. Мои призывы там быть осторожнее, ехать медленнее, ровнее держать руль ни к чему не приведут. Вы данных людей не знаете, правильно? Нет, я их впервые вижу. Лучше бы не видеть вовсе. Среди подозреваемых в угоне, сопряженном с насилием, оказались два 15-летних парня. Одному недавно исполнилось 16, самому старшему – 23. Всех закрыли по 91-й статье Уголовно-процессуального кодекса, чтобы не скрылись во время следствия. Примерно через час после получения информации из дежурной части, похожий по приметам автомобиль был замечен сотрудниками госавтоинспекции на улице Твардовского. Увидев патрульный автомобиль, водитель увеличил скорость, после чего за ним было организовано преследование. Учитывая тяжесть преступления, подозреваемых, несмотря на юный возраст, скорее всего, отправят в колонию для несовершеннолетних. Уголовное дело уже возбудили. Кроме того, инспекторы ДПС из полка на Станционной задержали предполагаемого наркодилера. При обыске нашли рекордное количество одного из самых опасных веществ – метилофедрон. В рюкзаке было 2 килограмма 390 граммов наркотика. А он, кстати, запрещен на территории России, так как является сильнейшим психостимулятором. Подозрительную «Тойоту» экипаж заметил на Зеркальной в Первомайском районе. Попросили автомобилиста притормозить, но тот проигнорировал требования и попытался скрыться. Не вышло. Оказалось, за рулем был мужчина с признаками опьянения и ранее уже лишенный прав за аналогичное нарушение. Водитель вел себя неадекватно. При личном досмотре инспекторы обнаружили в куртке задержанного прозрачный пакетик с белым порошком и сверток из фольги с голубым содержимым. На заднем сидении машины находился рюкзак, а в нем еще 5 разноцветных мешков и 70 порционных пакетиков с зажимами. Кроме того, полицейские обнаружили карточку с прайсом на товар. Там были указаны ценники на особо дорогие, муку и чай. Позже выяснилось, это так называемый мефмефедрон «Скорость» относится к первому списку наркотиков, запрещенных в стране, так как несет для населения повышенную общественную опасность в связи с разрушающим воздействием на организм. Размер изъятых порошков считается особо крупным. Задержанного 28-летнего жителя Новосибирска могут посадить в тюрьму примерно на 20 лет. Еще почти граммов витамина, а это считается крупным размером, нашли в одной из машин Новосибирска. Это также психотропный и крайне коварный наркотик. Привыкание к нему возникает сразу после первого применения, а потребителями часто становится именно молодежь. Зачем владельцу Ниссана потребовалось перевозить запрещенное вещество для сбыта или же для собственного применения, пока неизвестно. Мужчина задержан. За рулем седана был представитель ближнего зарубежья. Мужчина заметно нервничал. При досмотре в салоне нашли синий пакет, а в нем вещество белого цвета. Задержанный признался, это именно амфетамин. Однако результаты экспертизы еще не готовы. Водителю грозит больше 10 лет тюремного заключения. Автомобиль, кстати, эвакуировали на платную штрафстоянку. В редакцию программы ДПС обратился новосибирский автолюбитель. Накануне у него угнали машину, а момент кражи попал в объектив уличной камеры. Серебристый Hyundai Solaris 2011 года выпуска был припаркован около электромеханического техникума на Первомайской. Судя по кадрам, примерно в час дня неизвестный в темной одежде вскрыл замки автомобиля с помощью сканера. Сел за руль и направился в сторону Ключ-Камышинского плато, а затем на Выборную. Это удалось отследить благодаря камерам наружного наблюдения. Если вы узнали похитителя или у вас есть информация, где сейчас находится угнанный Hyundai, обратитесь в полицию, либо напишите в редакцию программы ДПС. К другим новостям. Регистрационные подразделения ГИБДД перешли на новый режим работы. Теперь попасть на прием можно и в выходные дни. Только записаться через сайт госуслуг не получится. Только в формате живой очереди. Для исключения скопления граждан, которым необходимо зарегистрировать свои транспортные средства, руководством Главного управления МВД России по Новосибирской области и региональной госавтоинспекции принято решение о дополнительном приеме граждан в воскресенье и понедельник до конца текущего года. В эти дни граждане смогут зарегистрировать свои транспортные средства в двух регистрационно-экзаменационных подразделениях госавтоинспекции, в том числе расположенных в Новосибирске по адресам на левом берегу улица Хилокская, 9, и на правом берегу улица Сухарная, 35, корпус 4. Время приема граждан с 9 утра до 5 часов вечера. Остальные регистрационно-экзаменационные подразделения госавтоинспекции Новосибирской области работают в обычном режиме. На этом у меня пока все. Присылайте свои истории и вопросы на почту редакции. В студии работала Анастасия Бойко. Не нарушайте правила и помните, дорога у всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами. До скорой встречи в эфире.